Электрический чайник GrevWK701. Объем устройства 1,5 литра, а мощность 2000 Вт. Внешняя сторона покрыта белым акрилом, а внутренняя выполнена из нержавеющей стали. Нагревательный диск прикрыт пластиной, что поможет при очистке от накипи. Индикатор наполнения расположен на внутренней стороне устройства. Под ручкой размещена электронная панель управления, которой регулируется температура нагрева воды. Крышка хромированная и открывается нажатием кнопки на ручке. Чайник может вращаться на 360 градусов. Есть возможность сложить шнур в отделении в подставке. GrevWK701 исполнен в футуристическом стиле и будет хорошим дизайнерским решением на современной кухне.